Здорово, домкраты! Сегодня мы с вами научимся делать протяжку рывковую в стойку. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Данное упражнение я рекомендую выполнять без лямок, а иногда и открытым хватом без замка. Протяжка рывковая носит силовой характер, и в основе ее лежит поднятие снаряда по прямой траектории вверх, без отклонений. Плюс ко всему, протяжка учит правильному движению локтя вверх, если он выполняется адекватными средними весами. Часто данное упражнение выполняется в связке с другими, формируя различные комплексы. Например, протяжка плюс приседания плюс уход рывковый с плеч. Первое. Примите стартовое положение, как в рывке классическом. Спина прогнута, полная стопа, накрытие на старте. Второе. Начните тягу до колен, проводя снаряд вдоль голени. Третье. Пройдя голень, не прижимайте штангу к бедру, в сторону паха, а наоборот, направляйте снаряд строго вверх, продолжая вертикальную линию. Для этого после колен одновременно разгибайте спину, ноги и направляйте локти вверх, выбрасывая штангу на прямые руки. Четвертое. Жестко зафиксируйте снаряд над головой, прижимая плечи к ушам и отводя таз назад. Данное упражнение я рекомендую выполнять с весами до 50-60% от рывка классического, до 3 повторений в 3-4 рабочих подходах. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем желаю здоровья, удачи и новых рекордов!